Всем привет, это СБ 1813, или просто мы продолжаем реакции с пачки. И вот я помните в реакции на, собственно, это ОДДКО, или ОДДКО, как он правильно читается, говорил про Зардоника, что это немножко были вайпы Зардоника, и что вообще есть такой чувак Зардоник, он офигительный, делает там ремиксы полуметальные, полудрам-н-бейсовые, вот это все. И вот, оказывается, у него реально есть ремикс на ОДДКО и трек Disobey. И как бы я не удивлен, потому что мне прям казалось, что такое должно было быть, потому что он прям вот из этого вайба, из этой же темы. И вообще Зардоника я хотел на реакцию взять, но потом отказался, потому что я решил дождаться альбома, и сейчас я хочу послушать альбом, потом сделать реакцию такой типа на альбом Зардоника, собственно, на что-нибудь, что у него там выходило. Потому что Зардоник офигительный чувак. Он прям вот именно из электронщиков, особенно таких метальных электронщиков, он один из топовых, если не самый. То есть, ну вот есть Селдвеллер условно какой-нибудь, вот следующим у меня идет Зардоник в этом плане. Короче, Никита Башкиров 6378 бы посоветовал все это послушать. Спасибо огромное, что вот сказал все-таки, что да, они все-таки вместе, у них есть такая вот совместочка. Ну, точнее, как, это не совместочка, наверное, вот именно как раз, почему я даже фотку вот именно Зардоника поставил, потому что он, ну, это ремикс его, а не именно самой группы. Так что сейчас заценим. Кстати, я не помню трек-то вот этот, я вообще слышал, не слышал. Оригинальный, но послушаем ремикс, какой он будет. Там, кстати, даже чуть ли не клип вроде бы даже на все это есть. Так что, надеюсь, сейчас забалдеем, собственно, го. Ну вот опять, кстати, вот эти какие-то штуки, как в том клипе было. Нифига себе, тут опять прям микрофоны будут наваливать, судя по всему. У них, по-моему, с графоном вообще все очень хорошо. Не, слушайте, это прям полноценный клип. Полноценный клип с участниками, с актерами какими-то. И вот этот вокалист, этих вот Дидико. Или это из-за какого-то оригинального клипа взят? Я просто не совсем понял. Ну ладно, если что, объясните в комментариях. Ну, нравится, как Зардоник выглядит. Он прям такой реально мега-индустриальный чувак. О, понеслось. Что-то мне кажется, что это из оригинального клипа взяты кадры. Но если они сделали отдельный клип к ремиксу, то это прям мега уважение. Ну, выглядит очень круто, конечно. Прям визуальная составляющая этого клипа жесть. Какая офигительная. Звучит офигительно, потому что Зардоник. Потому что он вот именно с такой тяжелой электроникой прям умеет делать все очень качественно. Блин, я как-то хотел на его концерт сходить и не сходил. Немножко жалею сейчас об этом. Потому что там, наверное, очень даже весело было. Он еще в этой маске прям. Очень у него крутой внешний вид. И собирает он до хренища просто всякий людей. В принципе, неудивительно. Супер, супер вообще. Великолепно.
Так, ну что, вот мы посмотрели клип, послушали трек Disobey Zardonic Remix от ODD Code, точнее как, Remix Zardonic'а. Короче, там после клипа превьюшечка, собственно, оригинального Disobey была, и, судя по всему, да, вот эти кадры все-таки, наверное, были взяты из оригинального клипа, опять же, вроде как я понял, но все равно, вот такой вот клипашник на ремикс сделать, это слишком хорошо. Прям супер-супер. Никита Башкиров, спасибо огромное, что посоветовал посмотреть. Я забалдел от трека, потому что, опять же говорю, Zardonic, он прям умеет делать ремиксы. Это именно драм-н-бейсовые, прям именно такие мощные, прям танцевальные. При этом с гитарой, со всем этим индустриальным вайбом. Не знаю, супер, я его очень сильно забалдел. Надо обязательно будет послушать его альбом, уже именно с Zardonic. Да и эти ходы деко тоже заценить. Они вроде прикольные какие-то чуваки. Так что мы все это обязательно послушаем, обязательно посмотрим. Можно что-нибудь еще посмотреть. Можно оригинально события посмотреть, как это все звучит. На самом деле стало интересно. Вот. Но ремикс суперский. И, блин, на концерт его, конечно, теперь хочу. Ну, вот как-то так. Спасибо всем, кто посмотрит реакцию. Очень сами нравится, сами все знаете. Вот. Короче, сделаю, послушаю, точнее, альбом его и сделаю, наверное, отдельную реакцию в небольшке на такой... Ну, на что у него там вышло, не знаю, там надо посмотреть. Но в любом случае, мне кажется, будет очень балдежно. Все, наверное, я пойду. Пока.